Всем привет! Это блог коллекционера. Давно я не делал никаких видео, поэтому для разминочки мы посмотрим вот на эту небольшую коробочку под названием Lightning Returns Final Fantasy XIII или, то бишь, Final Fantasy XIII-33. На следующей же неделе я попробую показать что-нибудь более интересное. Например, вот эту коробочку, которая все еще остается запечатанной. Но сейчас все-таки давайте посмотрим на нашу замечательную молнию. Это у нас, соответственно, европейская, так сказать, limited edition, условно говоря. Является это эксклюзивом магазина, онлайн-магазина Game.co UK, в котором, соответственно, за предзаказ выдавали вот такое limited edition, которое находится в стилбуке, то бишь в стальном боксе. И в дополнение к нему идет этот код на загрузку костюма Клауда из 7 Final Fantasy. И, собственно, больше ничего особенного в ней нету. Причем, видимо, предзаказов оказалось недостаточно. Поэтому все эти Limited Edition они не распродали. И теперь можно их просто так там купить без предзаказа. Причем еще и со скидкой. Таким образом, получается, что я как бы переплатил, но оставим это на совести Square Enix. Ну, давайте откроем все-таки, да? Значит, все это дело находится сначала внутри вот такого прозрачного пластикового слип-кейса. Ну, что там сказать? Вполне красивая штучка. И далее непосредственно сам красочный стилбук, стальной бокс. Обложка, конечно, мне почему-то напоминает какой-нибудь Mass Effect. Сзади вот такое вот черное все. Ну и внутри, собственно, нас ждет диск с игрой. Две Lightning на заднем плане, мануал и две бумажки с кодами. За диском у нас находится, значит, такая вот Lightning. А за мануалом вот такая вот Lightning в доспехах. А мануал, хочу сказать, достаточно короткий. Значит, тут у нас, сейчас, секунду, достану коды. Это у нас, соответственно, код на регистрацию игры на сайте Square Enix Members. И причем сзади у нас имеется инструкция на русском языке, как регистрировать этот код. И второй код, соответственно, на костюм Клауда. Вот такой вот. Здесь, соответственно, инструкции никакой нет на русском языке. Видимо, решили, что русские люди Клауда регистрировать не будут. Ну и сам мануал. Такая вот обложечка. Опять же, черный сзади. Как всегда для Европы, черно-белый внутри. Европа экономит на красках. И что я могу сказать? Тут всего лишь навсего 18 страниц, 18-я, соответственно, пустая, 17-я тоже, 16-я это реклама десятки HD Edition, 15-я опять же реклама гайда, 14-й всякие Customer Support и всякая фигня. На 13-й, прошу прощения, гарантия. Так, фокус потерялся. Подождем. Ну и наконец-то на 12 начинается хоть что-то по игре. Это, соответственно, бой. Опять же, бой. Так, что ж, фокус так теряется у нас. Ну, давай. Фотоаппарат. Тире видеокамера.
фокусируйся. Что-то на черно-белом. На черно-белом он плохо фокусируется. Так, значит, опять же, бой уже. Пятая страница с боем. А, поле какое-то. Полевой экран. Одна страничка. Полевое управление. Одна страничка. Контроллер. И опять же страничка четвертая уже идет с всякой фигней, типа как запустить игру. Вставьте диск и запустите игру. Таким образом у нас получается мануал, состоящий из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 страничек. Весьма короткий. Ну и на этом, видимо, все. Больше смотреть особо нечего. Lightning, так сказать, returns. Всем пока!